И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, и это выживание на официальном сервере. Как вы видите, у меня уже 27 левел, и я потихонечку качаюсь. Качаться я начал на стримах, было два стрима, на которых я качался, качал своего персонажа, строил все, что вы видите. Ну, практически все, кроме плота. Плот я строил за кадром. Как говорится, что да когда где, вы можете узнать на стримах, ну, либо по ходу дела я буду рассказывать. Ну, во-первых, из того, что изменилось, это, конечно, то, что я достроил свой дом, переделал полностью в дерево. Из-за чего я переделал в дерево? Стою, поставил персонажа в АФК, сделал колоночки погромче, лег спать. Вот, дело было где-то часов 5 утра, по моему времени. Это час ночи по Москве. Слышу. Долбит мою это халупу эту. Ну я беру. О, вон дерево закончилось. Ёшкин-матрёшкин, как оно быстро заканчивается. Я выхожу, думаю, блин, надо что-то делать. Выхожу с копьем и начинаю бить чувака. Начинаю бить чувака. Там я должен в Фиоме ходить, что-то типа того. Начинаю бить чувака и а, она же это что-то помощнее. Ну и понятное дело, я сдыхаю, потому что это 80. Во-первых, 80 левел. Не там. Где тут? Вот он. Forever Alone Bird Guy. 80 левела. Это во-первых. Во-вторых, он с двухстволки меня с дробаша просто завалил сразу же. Бам-бам! Лежу. А в-третьих, я был вот примерно в таком же сете, кроме перчаток. И с копьем. Только их было 4 штуки. Ну вот, выбежал на него. И все, потом он взорвал эту дверку. Он думал, это типа заброшенный дом. Видать, из-за этого и рейдил. Потому что когда он взорвал мне дверь, здесь вот там, я умер, как бы КД 50 секунд, я жду, воскрешаюсь. Смотрю, я. А, не-не, я воскрешаю, стою здесь. И ну, думаю, блин, ну чё, он ничего не рейдит. Я переключился на второй монитор, смотрю, короче, типа это отвечал на комментарии. Захожу в игру, переключаюсь на игру, смотрю, я уже оглушенный, короче, дверь взорвана, я оглушенный, и меня пичкают моими же наркотиками. Потом смотрю, какой-то этот пирог закидывают, я уже сожрал его нафиг, толку от него был ноль, если честно. Не по делу его сожрал, да и пофигу. Вот, и это. В общем, я смотрю, думаю, ну, тащит меня куда-то, вижу, думаю, на, нафиг, короче, вышел. Зашел на саваж, смотрю, там персонаж у меня не переделанный еще. Обратно возвращаюсь, смотрю, я вообще за домом лежу. Дверь открыта, весь лут на месте. За редким исключением, может, что-то по еде взял, не знаю. Ну, наркотик он мне весь скормил мой же. И все. Я так думаю, ну, окей. Не запривачено было вот это вот там. Ну, все было не запривачено, кроме шкафов. Были. Опять таки вместе на мне тут ходишь. Были и эти незаприваченные, я думаю, оставлю их незаприваченными, если вдруг зарейдят, чтобы хотя бы не ломали. Тут, как бы, я думаю, ну, пофигу, короче, шкафы запривачу. Чтобы эти хотя бы не ломали, их строить сложно, а шкафы легче. Их заприватил, поэтому я все ресурсы сохранил. Сохранились мои железные инструменты, и все хорошо. Кстати, проверил, закинул в луч. У нас тут вот на стриме зашел такой разговор о том, что. Мне написали, типа, а разве не 5 дней, типа, хранится в луче? Я проверю, 24 часа хранится в луче, то есть закидываешь предмет, и на этот предмет свой счетчик включается. Вот, поэтому, как бы, я закинул то удобрение, вот. Но оно долго делается, я решил его то закинуть. И все, луч был рядом. Вот, сейчас, что же я сейчас хочу делать? Ай, давно уже опять потухла печка сраны. Что же я сейчас хочу сделать? Так, у меня металла нету? Нету, да и пофигу. Сидим пока в инвентаре. Ну, во-первых, что, да, я раскачивал сначала себе выносливость чуть-чуть, потом вес до 200, выносливость до 200, сейчас здоровье качаю, до 200 буду качать здоровье, потом буду качать уже скорость передвижения, пригодится, потом буду стойкость качать, и потом опять уже буду какие-то другие параметры качать.
Вот, это во-первых. Во-вторых, что же я сейчас буду делать? Я посмотрел по дамагу, что самый лучший по дамагу, это оказывается меч. И меч он дамажит 90 у него урон и 1,9 удара в секунду. Это просто адово. Та же самая пика, к примеру, у него 60 урон. Где эта пика долбанная? Вот, у нее 60 урон и... Кстати, изучить ее надо. 60 урон и... Это... 1,25 урон удара в секунду. То есть... 1 с четвертью удара в секунду. То есть, по факту, ну, 70, а меч наносит... В секунду. А меч наносит 170. То есть, это вообще просто офигенно и адово. Вот, поэтому как бы меч это здоровски. Посмотрел, кого первоначальных кого притомить. Пока что я никого не томлю. Потому что как бы в этом не вижу смысла. Сегодня узнал, что диплодоков можно, оказывается, с руки томить. Я ни разу не знал. Да, 2000 часов игры на игры. 2000 часов игры на игры, а я сегодня узнал, что диплодоков можно с руки томить. Ну, как бы они мне были всегда неинтересны, я их к нему не подходил, а тут подхожу, опаньки, положите в инвентарь. Но он у меня еще и сагрился, я думаю, да ну тебя нафиг, я побежал туда. Ну, благо выжил. Вот, что сейчас хочу сделать? Хочу сейчас сделать пику попробовать. Так, где я? Как тут темно. Вот здесь у меня верстачок стоит. Хочу, кстати, здесь у меня FPS всегда включены. Хочу попробовать пику сделать, если хватит металла, 10 минут. Слитков металла надо. Не, металла мне не хватит, наверное. Поэтому я думаю, пока ночь сгонять, подлутать немного металла, чтобы он был. Как видите, ресурсов много. Создаю порох, не знаю зачем. Просто уголь переводил, чтобы уж лучше порох, думаю, чем уголь будет валяться. Порох как-то поинтереснее, да и весит он намного меньше. Вот. И как бы... Посмотрим, что будет. Ну, я хочу пику сделать и попробовать какую-нибудь каменную построечку зарейдить. У меня там есть две на примете. Прежде чем идти на рейд, я все-таки решил полутать металла. Но что-то налутав тьма тьмущая кремний, я не смог налутать больше 6 металлической руды. А это мало. Поэтому у меня идея появилась сходить в пещеру. Там есть пещера. Я, наверное, туда схожу. Посмотрите, что там. Нашел построечку. Построечка зарейженная. С этой стороны. Но смотрю, здесь есть дверь. Потом здесь стоит дверь. Спускаюсь вниз, смотрю здесь. Тихо. Трупики лежат. И лут. Прикольно, думаю. Надо брать, учитывая, что есть металл. Так. Нет, мне не это тело надо. Кинг. И вот это тело надо. Давай, тащись. Не хочет. Так. У меня появилась идея зарыдить их. Так. Ну, так я думаю, будет быстрее. Посмотреть, что у них есть. Жаль, нельзя нажать, вот когда толбишь, нажать на Alt и смотреть по сторонам, типа что-то когда где. Было бы очень даже удобно. Так, 11. А этот бьет. Этот бьет побольше и почаще. Так что да, в этом есть смысл бить именно киркой. Ну, металл-то я залутал, так что чё уж тут. Чё уж тут. Да уж. Вот так вот. Меня сегодня хотели зарейдить. Меня вчера зарейдили. Сегодня хотели зарейдить. Теперь я сам рейжу. Почему бы и нет? Вот так вот живем. Ну, самое главное, что я левелапаюсь потихонечку и качаюсь. Это хорошо. Уж левелап у меня отнять не могут. Опаньки, отличненько. Да ладно. Видите пин-код, видите пин-код. Так, а я-то нашел бинго. Так, а зачем мне вот это? Когда мне лучше вот это ломать сразу же. Я нашел, по ходу дела, основное здание. Видите, там дверь. Вон там дверь стоит. Это был проход не в основное здание. Это основное здание, по ходу дела. Так что здорово.
Так, что у нас здесь? Ну, такой себе, да, пригодится. А, опять-таки же металл. Здорово. Так, а что в тебе? Слушайте, вас... Начнем с того, что у вас много. Вас много? Так что вы справитесь с этой проблемой. У него ХП мало. И в инвентарь посмотреть не могу. Вот зараза. Так. Ботиночки надо надеть. Нагрудничек надеть. Металла дофига. Так, это все можно скинуть. Спальничек пригодится, это пригодится. Так, скидываем. Соломенная крыша не нужна. Гигантский огонь не нужен. Ну, вполне неплохо себе. Сходил за металл, называется. Как мне тебя-то проверить, а? Блин, дверь ломать придется, что ли? Я хочу посмотреть, что у тебя. Учитывая, что ты практически сдох. А, какая разница, я тебя все равно уже... Эй, да ладно. Ой, что я создал? А, дубину создал. Отлично, пригодится, пофигу. Да ладно. А почему я тебя завалить не могу? Я понимаю, что ты... Тащи тело. Да, я походу его конкретно забагал, и он теперь только через сломание двери. Ну ладно. Счет пошло не так. Ну, у меня-то все как обычно, так что все нормально. Не, нормально. Металл добыл. Даже рейдить начал. Сурвайвал, он такой сурвайвал. Тяжело добыть металл. Тяжело добыть металл. И, кстати, вот с них я добыл намного больше и быстрее, нежели с камней. Так, сюда. Это немножко выгодно. А сейчас кирка сломается уже. Ну ладно, копьями добью. Давай, 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 чуть-чуть осталось. Чуть-чуть осталось уже. Эх, так и знал, что не добью. Эй, ёптель, еще жрать захотел. Так, это не семена, блин. Все сожрали. А, наверное, все испортилось. Они сожрали. Блин! Ты прикалываешься, что ли? А чё, зря, что ли, здесь это пыжился? Я там, я смотрю, кирка лежит. Да что такое? Вот, ну не прёт, так не прёт. Да. Что-то пошло явно не так. Ну, не нашел я другого варианта, кроме как ломать дверной проем. И знаете, в такой вариации я так подумал, лучше бы сразу бы дверной проем ломал, а не дверь. О, разломалась. Да ты козёл! Алло, чувак, я уже задолбался ломать твои постройки. О, и а это с какого-то фига тоже ломалось. Здоровски. О, завалил я его наконец-то. Всего-то нужно было. Ёпарасоте. Так. Стоять, а где он? Ага, вот он. Сколько тут всякого хлама. Я перегружен сразу. Пожрать есть что? Нет, что? Так. Стеночки, фундаменты. Так. Тоже надо все выкинуть. Уголечек в топку. Вес... Двигаться могу хотя бы. На том хорошо. Я уж... Это мне даст еды хоть что-то. Здорово. Хотя бы немножко еды дало. Так, бурдики в дофигище количестве. Так, короче, давай вот все скину, ну и в баню. И вот это скину. Спальник. Спальник тоже в топку. Бурдики нафиг мешаться будут. Ну и все, металл, короче. Металл. И не более.
Теперь я понял, почему мои постройки были задамажены. Ломается постройка и получается вредится все, что вокруг. Ясненько. Здесь, когда я здесь когда-то лазил, здесь был какой-то ящик стоял. Просто. Я его открыл, и там была какая-то фигня. О, паньки. Слой на это. Ага, просто надо было подойти. Отлично. Типа я все понял. И я типа все прочитал. Здорово. Теперь у меня повышенный опыт. Так что есть смысл немножечко покачаться, либо что-то еще поделать. Ну а в моем случае это надо срочно бежать до дома. Потому что я что-то, однако, еще и обезвоживание отлично. Раз хочу пить, хочу и вообще я помираю. Вот это в моем стиле игра. И что это я там такое видел? Как будто дерево падало. Да уж. Это чисто в моем стиле игра. Да. Я могу. Я случайно сожрал наркобеллики вместо ягод. Причем сожрал потом стимберы, но это не помогло немножечко. Да, ну зато еда пополнилась. Да уж. В моем стиле. В моем стиле. Ладно, по крайней мере, я уже близко к дому и вроде как никого не вижу. Из врагов. Потенциальных и не только. А, да, ну зато чувак выспался, отдохнул, молодец. Уже полегче как-то бежать стало. Зашел домой, плавлю металл и думаю, блин, пока у меня вот эта фигня двигается. То есть сейчас я даже вот нажму. Найден заметка первопроходца, двойной опыт. Думаю, пока эта у меня фигня есть, у меня есть ресурсы, давай-ка я состряпаю себе фундамент. Вот, и решил на каменных фундаментах немножечко подкачаться. И это очень даже выгодно. Потому что я, получается, один крафчу как за два. По опыту. Так что все вполне неплохо. Я бы даже так сказал, просто замечательно. Так, ага, все, камешек закончился. Давайте я состряпаю себе еще что-нибудь. Пару стенок. Одна стенка хватило дома. И все. Замечательно, немножечко подкачались получше. Как видите, я вкачал полный левел. У меня сейчас уже 29 левел, а с 30 левел я уже могу себе взять меч. Что вполне себе неплохо. Так что есть смысл сейчас немножечко починиться. И пойти полутать немножечко ресурсов. Чтобы я смог еще подкачаться, пока вот эти вот 2 минуты у меня есть. Да, я лучше кирку возьму, топор возьму, пригодится явно больше. Ну да, все выложил. Ну вот, немного подлутав камни, можно сделать дополнительный фундамент. Тот самый 6-й, которого мне не хватает. А, стоп, 6-й-то есть! Твою мать, ну ладно. Я что-то думал, их у меня всего 5. Ну ладно, сделаем стеночки тогда. Ну вот, а стеночек, стеночек надо много. Так что с этим все легко и просто. И вот так вот потихонечку качаемся. Level up, 30 level. Отличненько. Теперь делаем меч, почти. Меч. Изучаем. И посмотрим, что на него вообще нужно. Хватает ли мне того, что на него нужно. 10 металла, здорово. Я бы даже так сказал, просто замечательно. 14, а на меч там нужно-то дофигища. Так, где? А, ну да, это вот меч. 50, это, конечно, да. Единственное, на что мне хватает, на пику. Так что будем создавать пику. И пойдем уже рейдить. Пробовать рейдить. Как говорится, там уж получится, не получится. Видно будет. Так. Это можно тоже сразу же починить. О, последний потратил. Отличненько. Так. И вот так. Все здорово. Дождик. Отлично, я ж не похавал, блин, даже.
и уже куда-то стартанул. У меня тут болото, и рядом деревья болотные. И с них очень много грибов спавнится. Это просто здорово. Ну, как сравнительно много, то есть на пропитание хватает. Это просто отлично. Вот, ну, побежали. Побежали потихонечку смотреть, что да когда где. Вот, на примете у меня два домика. Один домик вот такой. Type of New. Он очень огромный. Сравнительно он очень огромный. И есть другой домик. А тут колубку тоже глянуть. Вот такой домик. Этот идет уже поменьше. Вот. И я здесь смотрю, ломали фундамент чуваку. Так что есть смысл, наверное, ломать фундамент. Пытались зарыдить. Это хорошо. Так, стоп. А что у нас там за халупка стоит такая непонятная? Квадратик, что-то я вот этого не видел. Соответственно, я не подходил к нему. Угу. Это совершенно новенький, можно так сказать. Практически не поломанный. Из крыши. Чисто все из камня. Интересно. А что у нас здесь? Здесь тоже какой-то домик. Который взорвали. Понятно. Угу. Это тот же самый. Чей маленький домик. Который пытались что-то сделать. Но не доделали. О-о-о. Да там динозаврики. Туда я точно не хочу идти. Точно бомбанут нафиг динозаврики меня. Вот, так что я думаю сначала попробовать этот домик бомбануть, получится, не получится. Вот, а там уже будет видно. Да, что-то пошло не так. Раз удар, два удара. Раз удар, два удара. По полтора удара за попадание. Что-то пошло не так явно. А вот здесь у нас есть фундамент деревянный. Так что с ними, я думаю, пойдет что-то да так. Вечно у меня не так. Пошел через верхние ворота, думаю, там есть проход. В итоге пойду через фундамент. Думаю, себе сделаю проход в итоге. Так. Не посчитаю. Так как будто бы быстрее, да? А нет, так быстрее. Так, на 2 хп больше отнимается. Походу дела. Ну, собственно, хорошо то, что уже и тем ломается, это здорово. А этим не ломается. Ну ладно, хотя бы так. Да уж, время ночь, а я все долблю. И пик уже практически на исходе. Фигово. Очень даже фигово. Ну что, ответственный момент. Посмотрим, получится, что у меня или нет. Пику сломал. Топор практически доломал. Так. Зря я пыжился или не зря? Заперто, отлично. Ага, блин. Карта. У чувака левел не маленький, значит. Ага. А что это здесь так все? А, вон подъем. Вижу. Угу. Видите пин-код? И отлично. Давай ломать. Я думаю, ресурсы здесь. Я рассчитываю на металл хотя бы, чтобы починиться можно было, хотя бы такое количество. Я надеюсь. Ждем. Чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Сейчас доломаю. Чуть-чуть осталось. Давай, 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 давай. Ну, момент истины. Говно.
Так, ладненько. Погнали дальше. Я не останавливаюсь, пока я не найду хотя бы хоть что-нибудь себе. Я не хочу опять идти лутать металл. Я не знаю, где есть металлические руда поблизости. Кстати, надо на Вики зайти. Точно. И посмотреть, где там. Айсланде. Металл. Ой-ой-ой-ой. Ну, посмотрим. Момент истины. И... Даже обосрался. Да уж, зря долбонил. Реально зря долбонил все это дело. Так, посмотреть никак не получится. Зря, все зря. Здесь было все пусто, да? Давай еще раз включу. Факел, отлично. Здесь все пусто, здесь все пусто. Здесь стоят кровати. Кровати. Остается только одна единственная надежда, это печка. Ё-парасоте. У меня топора-то не хватит, я думаю. Ну что, близится момент истины. Я уже загнал до дома, уже светает, я уже ломаю киркой. И я получил ровно ничего, я так и думал. Потому что очень похоже было на то, что чувак просто взял и переехал отсюда. Ну, либо все перетрупал, либо все перегрузил на другой сервер, на который переехал. Ну, а самое главное, что я сегодня понял, это то, что рыбить лучше всего металлической киркой. Стоит и один металла, дамажит так же, как пика, так же, как топор. А стоит всего лишь один металл и починка один металла. Так что самый лучший вариант деревянной постройки рейдить из металлических орудий — это кирка. Еще немного уголька. Вот. Ну, что я могу сказать? Собственно, весь металл, который я сегодня добыл в одном рейде, потратил на другой рейд. Так что все здорово. О, а че она такая задамаженная? Чупоникс? Че она была такая задамаженная? А, здесь нормально, это из-за того, что я фундамент сломал, ясно. Вот, в общем, все, что я зарейдил в одном, добыл в одном, потратил в другом, так что все нормально. Вот только единственное, мне не дает покоя, вот это вот... Здесь, а, там, да, уже потолок идет, и там уже нету, здесь просто верхушка. Все нормально. Погнали еще посмотрим, точно удостоверимся. Опять обезвоживание, это долбаные. Так, да, вот на тот самый, видите, да, то есть как бы я поднимаюсь и наверх туда поднимаюсь. Все легко и просто. Фу. Ну что, как говорится, и горький, и не горький опыт в рейдах у меня какой-никакой появился. Знаю, что да как да где. Хочу докачаться побыстрее уже до гранат, так как это будет намного легче, лучше и быстрее. Вот, и уже без лишних заморочек. Там, закинул 4 гранатки и нет проблем, как говорится, 4 или 5, там, сколько, не помню, нужно закинуть. И нет проблем, бабахнул по-быстренькому, залутался и все. Конечно, шума дофига, ну, зато легче намного, намного реально легче. Вот, ну а что, я на этом уже тогда, пожалуй, буду с вами прощаться. Тогда, вот так-то, опаньки. Я с вами буду на этом уже точно прощаться. Поэтому не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Оп, шапочку снять. Вот, лайки, комментировать, где там показать эмоции какие-нибудь. Вот, это я научился у Кемерово Трайба. Ты так прикольно выглядит, когда показываешь эти эмоции, надо будет поставить их на кнопки. Вот, в общем... Подписывайтесь, лайки, комментируйте, делитесь своим мнением в комментариях и своим опытом в комментариях делитесь. Скажите, что я сделал не так. Понятное дело, что лучше всего гранаты и с металлическим инструментом на камень лучше не суваться, это я уже понял. Вот, в общем, делитесь своим мнением, что, как, где лучше. А может, вы знаете по секрету, где можно найти какой-нибудь сервер, где можно кого-нибудь зарейдить. Только такую маленькую построечку у нас с большим лутом. Шучу, конечно. В общем, ну, я имею в виду такой сервер, где будет сравнительно спокойно.
Вот. Потому что мне очень интересно, какие сервера все-таки спокойные на официалках, а какие нет. Вот, и лучше пишите полное название, а не там какой-нибудь 38-й сервер, к примеру. Все, на этом все. Еще раз, вот так вот. Всем спасибо за просмотр. На этом все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливо и добра. Ой, по микрофону дарю. Всем пока.